В Тверском регионе начал свою работу официальный дилерский центр «Танк». В Верхневолжье этот бренд представляет группа компаний «Автопремиум». Это событие без преувеличения стало главным в автоиндустрии региона. Бренд «Танк» появился на российском рынке в прошлом году и за это время уже понравился многим автолюбителям. Премиальные внедорожники «Танк» отличаются повышенной комфортабельностью. Просторные кожаные кресла, системы вентиляции, панорамная крыша, камеры кругового обзора, считывающими особенности пространства, а также множество электронных помощников, обеспечивающих дополнительную безопасность. Эта «Танк» сочетает в себе несколько диаметрально противоположных свойств. В первую очередь автомобили «Танк» – это повышенная проходимость, а второе – это премиальные автомобили. В-третьих, бренд технологичный. Все современные технологии, которые присутствуют на рынке, можно найти в автомобиле. Бренд пришел в Россию именно создавать историю. Не просто купить, продать, а именно создать историю, создать семью для того, чтобы в мире «Танк» была большая, огромная семья. Внимание любителей приключений и езды по бездорожью привлекает автомобиль «Танк 300». Лаконичный дизайн с прямыми линиями, люк, дающий дополнительный обзор и естественное освещение салона. А также интеллектуальный полный привод обеспечивает комфортную езду при любых дорожных условиях. Литровый двигатель 220 лошадиных сил с крутящим моментом 380 Нм. Восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. В автомобиле очень богатая базовая комплектация. То есть вы уже получаете изначально электрорегулировки сидений, климат-контроль, мультимедиа-систему, систему кругового обзора. «Танк 500» – еще одна модель внедорожника премиального класса. Полноприводный, почти 5-метровый автомобиль сделает поездку удобной как в условиях городских дорог, так и по бездорожью. В нем сочетаются цифровые технологии, комфорт и проходимость. Предусмотрено два варианта, да, то есть это гибридный автомобиль с двухлитровым двигателем, в смешанном цикле 8,5 литров, и классический современный двигатель V6 мощностью 299 с огромным крутящим моментом 500 Нм. Представленные модели автомобилей можно оценить не только визуально, но и записаться на тест-драйв. А сотрудники помогут всем желающим в выборе подходящей комплектации яркого и стильного внедорожника. Также можно воспользоваться услугой трейд-ин или покупки авто в лизинг или кредит. Помимо этого, дилерский центр предоставляет услуги официального сервиса. Новые стильные внедорожники «Танк» теперь можно приобрести по адресу: город Тверь, торгово-промышленная зона, Боровлёва 1, строение 4.